Приветствую всех слушателей моей рубрики, моих авторских стихотворений. Сегодня будет стихотворение, посвященное реальному человеку. Это невзаимная несчастная любовь, подростковая. Я была влюблена в одного своего одноклассника и написала ему стихотворение. Конечно же, он никогда его не увидел, не услышал, но Этим я помогла себе прожить это чувство и как-то излить его на бумагу, чтобы мне стало легче и проще. Назвала я его злое чувство. Приятного прослушивания. Я знаю, я почти забыла, мне неприятно быть с тобой, и ум и сердце я закрыла, не говорю тебе постой. Быть может ты бесчеловечен, а может ты того страшней. И этот день, он так обеспечен, вокруг так много ведь парней. Чем дальше в гору, тем сложнее. Я так считаю, все простить и поскорее отпустить. Отдаться новому быстрее. Светло, тепло в твоей душе, легко, романтика и счастье. Ну вот фантазия уже так разыгралась, что невольно. Готова верить в чистоту. Но жизнь ужасна. Все, довольно. Я настрадалась, не могу. И не хочу себе я портить тобой, одним тобой весь день. А ты с мечом и в красных шортах идешь к друзьям часочков в семь. И каждый день проходишь двор, где мы с подругами гуляем ты смотришь на меня в упор, но мы тебя не замечаем. Нет в сердце больше замирания, когда глядишь ты на меня, но что обманывать себя? Твой взгляд приносит лишь страдания. Все это сложно, очень сложно. Умом влюбленность не понять, лишь только сердце. Но, возможно, оно не хочет понимать. Я так запуталась. О, Боже! Один ты в силах мне помочь. Вражда или любовь дороже? Разлуки день или счастье ночь? Сердечно я прошу тебя, Реши проблему и меня, Освободи от злого чувства. Оно неправильно и пусто. Оно не нужно и должно оставить нас с Олегом все.